Сегодня в Чувашии судебные приставы разыскивают 278 злостных неплательщиков алиментов, которые не платят своим детям более года. В региональном ведомстве отмечают, в прошлом году в производстве служителей Фемиды находилось 1100 разыскных дел, заведенных в отношении должников-алиментщиков. Чуть меньше половины дел спустя некоторое время удалось прекратить. Горе неплательщиков разыскали. Также в Управлении Федеральной службы судебных приставов по республике добавляют. В минувшем году суд рассмотрели 10 заявлений о признании должников безвестно отсутствующими. 7 из них удовлетворены. Наделение беглого родителя статусом пропавшего позволит назначить его детям пенсию по потере кормильца, подчеркивают в ведомстве.